Давай откроем. Всем. Не собрали. Не раскидывай больше. Иди, медаль тебе на грудь на твою могучую повешу. Да. Спортсмен. Ау. Что стоит на кон? Доброе утро, мои дорогие друзья! Рада видеть вас на своем канале. В общем, немного постаралась вам передать нашу такую реалистичную утреннюю атмосферу. Я уже закончила с уборкой в спальне. Степашка мне, конечно же, не помогал. Только присутствовал и морально меня своим присутствием поддерживал. Ну, в общем, сегодня у меня такая неторопливая, неспешная уборка. Обычные домашние такие рутинные дела. Но на самом деле запланировано у меня сегодня было много. У меня прямо таких уже много запущенных мест, которые я планировала сегодня убрать, но, к сожалению, успела только столько, сколько успела. В общем, я уже переместилась на кухню. Здесь, как обычно, уборка по верхам, уборка всех горизонтальных поверхностей. Протерла быстро морозильный ларь. Кстати, сегодня нужно будет кое-какое дело с этим морозильным ларем провернуть. Ну, пока, в общем, просто протерла его от пыли. И далее начала наводить небольшой порядок на столешнице. Руки дошли у меня до хлебницы. Там уже накопилось очень много крошек. Храним там хлеб прямо в упаковке. И все равно в хлебницу что-то просыпается. Я ее стараюсь не мочить, потому что понимаю, что, наверное, это не тот металл, который хорошо переносит влагу, поэтому обычно внутри просто протираю все чистыми бумажными салфетками. Thank you.
Друзья, на протяжении большого количества лет мне постоянно говорят о том, что я слишком много разговариваю, и разговаривать в видео нужно поменьше. Поэтому сегодня я решила попробовать такой формат, где я буду говорить по минимуму, только по делу. Посмотрим, как вам зайдет такой видеоролик. Но почему-то я думаю, что большинство из вас все-таки будет не хватать моих закадровых комментариев. Ну и я, конечно, тоже весь видеоролик молчать точно не смогу. В общем, друзья, я быстренько привела в порядок обеденный стол и все-таки, почитав ваши комментарии и осознав, что действительно вы правы, я решила нафиг убрать это стекло жидкое и оставить просто скатерть. Я и скатерти-то обычные не люблю, тем более цветные. Эта скатерть здесь и лежала только потому, чтобы скрыть вот хотя бы частично вот эти пятна, которые были на этом гибком стекле, потому что на белом фоне, просто на белом столе, их было видно абсолютно все. Ну, в общем, я к ней уже здесь привыкла, присмотрелась. В принципе, мне стало без разницы, что она здесь есть и что она цветная. Поэтому думаю, пусть будет. Докуплю еще действительно пару штук и буду их просто менять, стирать. Вот. Просто клеенку обычную я все-таки не хочу. Я знаю, что они есть классные, хорошего качества и тактильно очень похожие на текстильные. Но все равно решила, что, наверное, не хочу. Попробуем, по крайней мере, пожить просто вот с такой вот тефлоновой скатертью. В принципе, с нее загрязнения, вот такие обычные бытовые кухонные, убираются довольно легко, если это, конечно, не фломастер и акварель. Ну а далее все как обычно. Утро, поэтому я разбираю посудомоечную машину с чистой посудой, загружаю ее грязной посудой. Ну и как обычно, все, что нельзя, не вошло или не хочется мыть в посудомойке, домываю руками. Вчера на ужин запекала картошку с курицей в духовке, запекала на противне, и я очень люблю готовить картошку с курицей именно на металлическом противне большом, но я просто ненавижу его отмывать. И я, друзья, давно уже нашла для себя вот такой вот способ: я просто ставлю противень, засыпаю его перкарбонатом, любым, абсолютно, любой кислородный отбеливатель любой марки, это сейчас не реклама, поэтому говорю любой, и заливаю кипятком. Оставляю, ну, буквально на полчаса, и через полчаса вся грязь отходит буквально одним движением губки, все сушенки, весь жирный налет. В общем, прекрасно просто противень отмывается, никакой с ним мороки. В посудомойке я, кстати, его не мою, потому что у меня он в посудомойку не входит. Я не знаю, как многие моют в посудомойке их, но если я туда положу противень, туда кроме него вообще больше ничего не поместится. Ну, а гонять посудомойку и только из-за него, это вообще расточительство. В общем, замочила противень и как раз занялась ларем. Я, друзья, буквально вчера только обнаружила, что ларь-то у меня в круговую полностью, весь в пленке. Я все думаю, он у меня 2 года, по-моему, да, уже стоит. Я думаю, нагревается. Думаю, что-то с ним не то. Почему-то он всегда горячий. А он, видимо, и нагревается, потому что теплу некуда уходить. Пленка это тепло задерживает. И он, ну, как бы не может дышать, что ли, я не знаю. В общем, не знаю, связано ли это и из-за этого ли он нагревается. Но я решила, что пленку-то, наверное, надо уже снять, пора бы. Это, на самом деле, оказалось делом непростым, потому что пленка эта, она заправлена во все вот эти вот декоративные элементы, во все крепежи, во все пластиковые вот эти вот накладные элементы, то есть она везде. И, соответственно, чтобы ее снять как-то более-менее аккуратно, ее нужно было надрезать везде по контуру ножом, потом только снимать. В общем, я, ну, наверное, полчаса точно пропрыгала вокруг этого морозильного ларя, пока я весь его не почистила. На крышке у нас эта пленка убрана давным-давно, то есть когда я этот ларь получила, я видела, что он обернут в пленку,
пленка, даже в обзоре об этом говорила. Но так как я ее сразу не убрала, я, видимо, со временем, представляете, про это просто забыла. Поэтому почистила его от пленки только сейчас. Ну и, конечно же, ларь выдвигала. На полу под ним, конечно же, кошмар и ужас. Куча детских игрушек туда закатилась, куча мусора. В общем, все это там тоже пришлось убирать, подмела, замыла потом. И еще увидела, что решетка на морозильном ларе просто под огромным слоем пыли, такой уже, знаете, которая мохнатая такая. В общем, решетку тоже помыла, и все. На этом я с морозильным ларем закончила. Большое дело сегодня сделала. Ну а в это время у меня согрелась еще кастрюлька с водой, я засыпала, потому что перкарбонатом еще кухонную мойку, тоже решила ее почистить, привести в порядок. Я не часто пользуюсь этим способом именно для мойки, ну потому что мне как-то на мойку вот эти все кислородные отбеливатели жалко переводить, я обычно их использую либо все-таки для ткани, для белья, либо все-таки на крайний случай для того, чтобы какую-то посуду почистить или какие-то предметы. Ну а кухонная мойка, она пачкается, сами знаете, очень быстро, то есть через каждые 2-3 дня, если ее перкарбонатом чистить, это перкарбоната не напасешься. Поэтому я использую такой способ редко. Он, конечно, очень эффективный, мойка после него очень чистая. Но, во-первых, для этого в раковину нужно налить много воды, потому что на стенках-то тоже налет. Нужно все это покрыть водой, либо как-то этот кипяток распределять руками с помощью губки. Поэтому, конечно, я чаще всего раковину мою чем-то таким более подручным, там, пемолюксом или доместосом. Перкарбонат, короче, на раковину мне жалко. Ну и далее я быстренько отправилась разобрать чистое белье. У меня буквально тут одна небольшая корзинка. Сразу же его разберу и разнесу по комнатам. Пошли складывать. Бери, бери, пошли. Давай. Складывай. Это у тебя пижамки, их вот сюда. Вот сюда. Все. Далее, друзья, мне нужно было почистить диван и почистить кухонные стулья. Давно уже не чистила, наверное, последний раз я касалась этого дела до Нового года, причем уже задолго до Нового года. Но все равно, кухня у нас это самое такое часто посещаемое место абсолютно для всех членов семьи, и дети всегда здесь, и взрослые все тут же на диване тусуются. Поэтому, конечно же, все равно мягкая мебель на кухне, она пачкается довольно быстро. Уборку делаешь? Молодец. Грязно, да? Полы грязнущие. Я поставила, пока заряжаться пылесос, забыла его с вечера зарядить. Если загрязнения на мягкой мебели на кухне не очень сильные, я обычно прохожусь просто обычной микрофибровой тряпочкой. Если тряпка с загрязнениями не справилась, я еще вот для дивана частенько использую способ, который не так давно вам показывала. Я знаю, мне писали многие, что не у всех это работает, но вот именно на моем диване, или может быть именно от нашей грязи какой-то, работает прекрасно. Это салфетки для стирки, которые идут ловушки цвета. Я пробовала уже разные, вот фикс-прайсовскими сейчас вот чищу. У меня эти салфетки прекрасно собирают именно вот этот вот какой-то коричневый налет, именно вот грязь, да, пыль вот эту вот. Прекрасно на себя собирают, слегка ее смачиваю просто под струей воды и прямо этой салфеткой прохожусь по сиденью. Салфетка становится вся коричневая, то есть она собирает на себя всю пыль, вот эту всю поверхностную грязь. Ну, а, конечно, если загрязнения уже какие-то въевшиеся
или загрязнения именно от чего-то, они такие просто бытовые, то тогда, конечно, нужно использовать какое-то средство для обивки. Меня уже неоднократно тоже спрашивали, Даша, чем ты чистишь мебель, какие конкретно средства покупаешь. Я пользовалась всего двумя. У меня было средство от Faberlic, пенный очиститель. Он реально классный, я прям могу его советовать, он хорошо работает, но он не бюджетный и довольно большой расход у него. И еще у меня есть средство, которым я пользуюсь сейчас, это средство для обивок от Grass. Неплохое тоже средство, но у меня вот уже вторая бутылка, и очень быстро ломается вот этот распылитель. То ли он разъедается средством, то ли что, но потом им очень неудобно пользоваться. То есть ты нажимаешь, и у тебя это средство прямо по рукам бежит, очень плохо распыляется. У меня уже вот здесь остатки, и я заказала на пробу еще два новых, попробуем их вместе, может быть, протестируем даже вместе, посмотрим. От Wonderlab взяла и еще один какой-то абсолютно неизвестный, но по отзывам посмотрела, что то средство очень хорошее, вот, поэтому хочу тоже попробовать. У меня в спальне стоит ужасно грязное кресло, я уже его и перкарбонатом чистила, но это хватило ненадолго все равно, вот подлокотники быстро очень пачкаются, и вот этими всеми средствами чистила, все равно оно все в каких-то разводах, стирать я его боюсь, что я его не просушу, вот, поэтому попробую как раз вот на своем кресле эти новые средства. В общем, почистила я диван, почистила все стулья со всех сторон, в порядок привела, они сразу же стали выглядеть намного лучше. Далее помыла противень, как раз хорошо уже все отошло к этому времени, вообще прекрасно помылся просто. И мне осталось только привести в порядок полы, поэтому я быстренько прохожусь по ним моющим пылесосом, это очень удобно, то есть тебе не нужно отдельно пылесосить, потом отдельно замывать, то есть два в одном происходит одновременно, это очень сокращает время на уборку и, конечно же, ну, минимум трудозатрат. Пылесос у меня Redkay V12 SE, очень часто многие спрашивают. И по поводу отзыва на этот пылесос, я говорила, что сначала им подольше попользуюсь, потом уже скажу, как и что. В общем, пылесос работает, я им очень довольна, то есть без него своего домашнего быта уже не представляю, это прям помощник номер один. Но, друзья, сразу же говорю, один раз он у меня уже ломался, слетела там какая-то трубка внутри, слава богу, у меня Илюша там, ну, на короткой ноге с техникой, поэтому он его разобрал, два дня он с ним ковырялся, он его починил, и я продолжаю им пользоваться, но просто, чтобы вы учитывали этот момент, что меньше года еще эксплуатация, но пылесос уже ломался. То есть, если вы в этом ничего не понимаете, то, возможно, для вас это была бы определенная сложность, нужно было бы его вести в какой-то сервисный центр или ремонт, в общем, как-то его ремонтировать. А так, пылесос, конечно, классный, он мощный, он действительно хорошо, качественно моет пол, прям чисто промывает, и мне нравится, как он работает и на режиме сухой уборки, прям хорошо тянет, и на режиме влажной уборки. У меня к нему вообще никаких вопросов, никаких нареканий нет. Но сейчас, друзья, время готовить ужин, и сегодня на ужин я решила приготовить картофельное пюре, сделаю, и сделаю фрикадельки в сливочном соусе. Вот, у меня от приготовления торта осталось довольно большое количество сливок, 33%, их нужно уже быстренько куда-то применить, поэтому я решила приготовить что-нибудь со сливочным соусом. Пусть это сегодня будут фрикадельки. Первым делом подготовила картофель, сразу же его почистила, нарезала. Я даже, если на какое-то время картофель оставляю, то есть если сейчас сразу же не планирую готовить его, я всегда оставляю его в воде. Во-первых, выходят излишки крахмала. Я к этому приучилась еще, когда Сеня был маленький, и мы 2 года придерживались строжайшей гипоаллергенной диеты. То есть я даже всю картошку на суп с вечера замачивала, чтобы из нее вышел весь крахмал. Потом эту воду обязательно нужно слить, все эти излишки крахмала. Ну и во-вторых, она не теряет свой внешний вид в жидкости, она остается такая же чистенькая, беленькая. Без воды картошка, ну там, за какой-то это время начинает уже темнеть, окисляться. Подготовила быстренько картофель и занялась самими фрикадельками. У меня фарш разморозился, фарш у меня смешанный, свинина с курицей я делаю, ну то есть свинина плюс куриное филе. Буду готовить из килограмма фарша сразу же на 2 дня. Фарш у меня уже прокручен с луком, поэтому я лук отдельно не добавляю, добавила только 1 куриное яйцо, соль, черный молотый перец и добавила еще панировочные сухари для вязкости, для того, чтобы фрикадельки хорошо держали форму и сохраняли сочность свою. Ну а далее фарш
фарш просто вымешиваю хорошо до однородности и обязательно его еще отбиваю. То есть, чем лучше отобьете фарш, тем лучше, опять же, фрикадельки будут держать форму, тем они будут плотнее, прочнее. Ну, в общем, это такой важный этап приготовления, который я всегда использую при приготовлении фрикаделек и котлет. Ну, а далее просто формирую небольшие фрикадельки. Готовить буду в большой жаровне и сразу же подготавливаю сливки. Сливки, конечно, лучше предварительно подогреть, чтобы они были либо тепленькие, либо комнатной температуры. Иначе при резком перепаде температур сливки могут свернуться. Ну и параллельно с этим в большую жаровню добавила растительное масло и выложила все фрикадельки. Фрикаделек у меня получилось очень много, я с трудом их разместила в этой жаровне, но все-таки они у меня все поместились. Их нужно хорошенечко обжарить, ну можно сказать, что практически до готовности. И желательно сделать это со всех сторон, чтобы они со всех сторон покрылись корочкой, были красивые, золотистые и аппетитные. Я, получается, первым этапом обжариваю их на одной стороне, потом переворачиваю на вторую сторону. И только после этого, когда вот они уже с двух сторон хорошо схватились, они хорошо начинают держать форму свою, перестают разваливаться, и уже тогда их можно в произвольном порядке просто перемешивать на сковородке лопаткой. В общем, обжарила хорошенечко фрикадельки, снимаю их со сковородки, пока они у меня полежат в отдельной тарелке. Ну, а на сковородку добавила хороший большой кусочек сливочного масла и добавила немного муки. Муки я взяла где-то, наверное, пару столовых ложек, ну так, на глаз. Далее хорошенечко перемешиваем муку вместе со сливочным маслом, обжариваем немного и вливаем небольшое количество воды. Тщательно венчиком перемешиваю для того, чтобы растворились все мучные вот эти комочки. Прогреваем, собственно, воду. Вместо воды это, конечно же, может быть какой-нибудь бульон. Ну а далее сюда постепенно добавляю сливки уже подогретые. Сливки, друзья, в этом рецепте можно смело заменить на обычное молоко. Тогда вам не нужно будет использовать воду, вы просто сразу же вливаете сюда молоко. В общем, сливки добавила, ну и далее можете добавить какие-то любимые специи. Я добавила немного сушеного чеснока, добавила немного специй для мяса, такую готовую смесь, и немного черного молотого перца. Вообще сюда прекрасно подойдет просто сочетание соль, черный молотый перец и немного мускатного ореха. Получится практически соус бешамель. Но я сегодня готовлю не его, а просто вкусный сливочный соус для фрикаделек. Далее отправляем в наш соус фрикадельки. Соус пока еще не загустел, он еще недостаточно прогрелся, но к этому времени у меня уже отварился картофель. Я картофель готовлю всегда одинаково, уже тоже много раз показывала. Сливаю сначала весь отвар картофельный в отдельную емкость, далее весь картофель пробиваю с помощью миксера. Картофельное пюре получается очень нежное и воздушное, и постепенно добавляю сюда отвар, в котором этот картофель, собственно, варился. Это как раз именно тот вариант картофельного пюре, который мы любим. Не делаю я на молоке, не добавляю я яйца, только картофельный отвар и хороший большой кусочек вкусного сливочного масла. Масло сливочное в картофельное пюре не жалеем. Ну а к этому времени у меня как раз соус уже загустел. Если он загустел чуть больше, чем вам нужно, просто добавьте немного воды, доведите его до нужной вам консистенции. Но не забывайте, что если вы готовите на 2 дня или если вы собираетесь есть это блюдо не прямо сейчас, а оно будет часа 2 у вас стоять, соус еще немного загустится. То есть это тоже нужно учитывать, делайте тогда его изначально чуть жиже. Так, друзья мои, небольшая закупка продуктов. Это у нас продукты, конкретно купленные под меню на текущую неделю. Меню, в общем, составила, опять же, вчера. Давайте я вот так вот зафиксирую, чтобы можно было все прочитать, если нужно, заскринить. Потому что в прошлый раз просили прямо прописать под видео. Ну, конечно, у меня на это времени, мне просто на это жалко. Поэтому я думаю, что все видно, все понятно.
если почерк мы, конечно, можно разобрать. В общем, вот под это меню составила список продуктов. Мясо, курица, то есть свинина, все у нас есть, поэтому ничего здесь в закупку это не вошло. И такие овощи, там огурцы, помидоры, болгарский перец, что-то вот на салат, и такое тоже все есть. По сути, нужно было докупить совсем немного. Картошка закончилась, 10 килограмм просила. Илюша ездил в магазин. Капуста свежая на салатик пойдет. Морковь, лук, две коробки молока на кашу, ну или может быть что-то еще там приготовим, может омлет сделаем вне меню, две банки сметаны, по меню, кстати, если будут вопросы, часть блюд у меня получается перенеслась с меню прошлой недели, потому что не все получилось приготовить, ну в общем какие-то блюда дольше ели, что-то в общем там поменялось, поэтому что-то перенесла на эту неделю. Упаковка кефира, бутылка, две пачки макарон, это просто на всякий случай, потому что дети бывают, могут от каких-то блюд отказываться, на этот случай отвариваю макароны. Пачка сахара из фруктов. Фрукты, опять же, не по меню, просто чтобы было что детям чем перекусить. Бананы, киви, яблоки, хурма и, видимо, больше ничего не было. Мандарины не вижу, апельсины не вижу. Видимо, не было. Ветчины две. Одна пойдет в холодильник, одна пойдет в морозилку по акции. Наверное, была поэтому две. Бородинский хлеб, лаваш деревенский, три упаковки яиц. Яиц не факт, что хватит, потому что яиц мы едим много. На прошлой неделе, по-моему, еще две упаковки докупали, если я не ошибаюсь. И упаковка, еще не буду выкладывать, слоеного теста. Полкилограмма, ну то есть два пласта. Буду тоже готовить какую-то вкусняшку. Убрала просто в морозилку, потому что уже начала подтаивать. В общем, вот в принципе весь набор продуктов, который нам понадобится для приготовления меню на этой неделе. Ну и естественно, не считая там того, что у меня имеется. То есть крупы у меня есть, мясо, курица у меня есть. Ну а сейчас, друзья, собираю небольшую вкусняшку. У меня оставалось немного бисквита еще от приготовления Сониного торта. Представляете, сколько времени он у меня лежал в морозилке. Буквально совсем небольшой пакетик был излишек. Я просто сложила в пакет, убрала в морозилку. Ну и в общем, так как я вчера сделала одну партию неудачного крема, перевзбила его, он получился жидковатый. Я решила, что как раз могу собрать сегодня трайфлы. Стаканчики у меня уже были, поэтому я заранее достала бисквит, бисквитную крошку из морозилки. Просто при комнатной температуре она у меня разморозилась. Первым слоем выложила немного вот этой бисквитной крошки. Затем добавила вот этот перевзбитый свой крем-чиз. Затем добавила немного клубничного джема, который у меня тоже остался от приготовления торта. И поверх распределила всю оставшуюся крошку бисквитную. Получился шикарный десерт, очень простой. Буквально пару часов дала этим стаканчиком постоять в холодильнике, и очень вкусно. В общем, у меня безотходное производство. Друзья, я на этом с вами попрощаюсь. Огромное вам спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Если видео понравилось, не пожалейте, поставьте пальчик вверх. Ну, а я прощаюсь с вами. До следующего видеоролика. Всех вас люблю, всех вас целую. Всем пока-пока.